Президент Виктор Янукович сегодня уволил 24 руководителей райгосадминистрации в разных регионах страны. Все распоряжения на сайте главы государства. В Ивано-Франковской области кресела лишились 6 чиновников, в Тернопольской и Запорожской по 3, в Кировоградской и Ривненской по 2 начальника и по одному во Львовской, Луганской, Сумской, Черновицкой и Черниговской областях. Уволены председатель Гагаринской райадминистрации Севастополя и глава Печерского района Киева.